Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале Мир рукоделия и творчества вязания пряжи. Сегодня я подготовила для вас обучающий видеоурок, обучающий видео мастер класс специально для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать крючком. В этом уроке мастер-классе я покажу, как вяжется два узора, которыми связана кофточка на фото. А также я нашла вариант, каким образом можно использовать и применить, израсходовать остатки пряжи, которые остаются у меня в результате моего рукоделия вязания. Я думаю, что у вас этих остатков тоже очень много. И их можно впустить в дело. Смотрите, какое огромное количество у меня накопилось за все это время вязания. Это представлена только пряжа кружевная. Все эти остатки остаются у меня от разных моделей, которые я вяжу себе и своей семье. Вижу я очень много как говорится, носить, не износить. И вот нашла на просторах интернета эту модель. Хочу вам ее предложить связать. Она вяжется довольно-таки легко, просто и быстро. Даже любая начинающая рукодельница справится с, этой, с этими узорами и свяжет себе прекрасную кофточку. Можно связать маечку, топ. Смотрите, как она замечательно, нежно и выглядит, и в то же время освежает. И можно ее, вот эту модель, кофточку, либо топ, сочетать с любым низом. Это либо брюки, джинсы, юбка. В общем, совсем чем угодно, так как она. Ее можно связать из однотонного цвета пряжи и использовать несколько цветов пряжи, комбинировать и чередовать между собой. Вязать вот будем вот такой узор. Здесь на вязаном образце у меня связано два узора. Первый узор это основная часть кофточки, и второй узор. Этим узором связаны рукава и кокетка кофточки. Посмотрите, как все прилично будет выглядеть. Вы даже можете под эту кофточку не одевать дополнительно топ либо майку, так как верхняя часть кофточки связана узором, который не сильно просвечивает и не особо ажурный. и смотрится довольно-таки красиво. Обращаю ваше внимание, что здесь вязаный, вязаный образец из двух узоров. И второй узор, он немножко сужается. Все эти моменты и нюансы я уже расскажу вам в процессе видео, как можно исправить, либо оставить таким образом, как нам показано на схеме. Схему я прикреплю в конце видео, также буду показывать в процессе вязания. И если вы не начинающая мастерица и рукодельница, а хорошо владеете крючком, то для вас видео мастер-класс, обучающий урок, как бы будет нецелесообразным, вы можете просто воспользоваться схемой и связать данную модель кофточки самостоятельно. А схему можно распечатать на моем втором канале на Яндекс Дзене, Канал называется На Яндекс Дзене мир рукоделия и творчество. Вязание. Подписывайтесь на мой канал на Яндекс Дзене. И я там буду публиковать мастер-классы и размещать схемы вязания узоров, которые, на которые я снимаю мастер-классы. Буду публиковать выборочно, не все модели. Так что следите за моим творчеством. Подписывайтесь на мой новый канал. Данный мастер-класс я планирую опубликовать на канале Яндекс .Зен. в ближайшее время это где-то на, через на следующий либо на второй день после выхода мастер-класса на основном канале на Ютубе если вам понравилась модель и вы хотите чтобы я сняла полный мастер-класс по вязанию кофточки то смотрите видео Ставьте пальчики вверх лайки и пишите комментарии под этим видео на канале YouTube. Понравилась вам эта модель кофточки? Либо нет, будете вязать? Хотите связать вместе со мной? Либо нет, я сейчас присматриваюсь к новым моделям для того, чтобы с вами весной. Уже начать вязать новые проекты на лето. Это один из вариантов кофточки, которую я бы хотела связать для себя, так как мне нужно ликвидировать и израсходовать вот эти остатки пряжи, которые у меня накопились. Их очень много. Это всего лишь один вид пряжи, кружевная. Давайте я вам сейчас расскажу. О пряже и о крючке, которыми мы будем с вами вязать. Пряжа у меня кружевная. Все ссылки на пряжу я всегда оставляю в описании под видео в инфобоксе. Проходите, смотрите, выбирайте пряжу. Торговая марка Пехорка. Название пряжи кружевная. Это летняя серия для ручного вязания. состав у пряжи стопроцентный акрил, стопроцентный пан. Метраж 280 метров в 50 граммах. Производитель рекомендует вязать спицами 2,5-3 на вязаном образце 10 на 10 сантиметров получается 44 ряда в высоту при 32 набранных петелек. А вязать я буду эту пряжу крючком номер два кловер приступим к вязанию легких нам петелек вязать узор я буду вот по этой схеме крючок для вязания номер два я всегда им вяжу пряжу, если у нее метраж 280 метров в 50 граммах. Название крючка кловер если кому-то интересно. Страна производства Япония. И пряжу для вязания я выбрала кружевная торговая марка Пихорка. Основной узор тела кофточки, либо топа будем вязать нитью молочно-бежевого цвета. Это 166 суровый по карте цветов производителя. И кокетку, верхнюю часть кофточки будем вязать. Уже я сделаю смену цвета пряжи из основного полотна. Будут горизонтальные полосочки. Голубой цвет и 180 светлая бегония. Также продолжим вязать нитью молочного цвета номер 166 суровый. Вязать я буду по этой схеме. Схему вы можете найти в описании под видео. Я оставлю все ссылочки, где можно распечатать схему. Также она будет демонстрироваться в конце видео. И подписывайтесь на мой второй канал на Яндекс Дзене. Там я буду на следующий день, либо через два дня публиковать статью и размещать мастер-классы по вязанию. И уже там же буду прикреплять схемы к моделям, которые вы можете распечатать и вязать по схеме и по моему мастер-классу. Канал на Яндекс Дзене у меня называется Мир рукоделия и творчество вязания. Добро пожаловать на мой новый канал на Яндекс Дзене. Все ссылочки я оставлю, опять же, все ссылки я всегда оставляю в инфобоксе. Проходите, смотрите. Рапорт состоит из четырех петель. Раз, два, три, четыре. К сожалению, схема только вот такого качества. Надеюсь, вам хорошо видно ее. Набираем цепочку. Это будет у нас начальный ряд. Я наберу цепочку из 24 воздушных петелек. Узор вяжется очень легко и просто. Вы сами в этом убедитесь. Первый ряд и третий, они повторяются. Также второй и пятый второй и четвертый ряд тоже повторяются. То есть здесь идет всего лишь два ряда, которые потом повторяются и чередуются между собой. Данную модель я рекомендую и советую взять себе в копилочки. И, возможно, мы с вами летом, если это видео наберет большое количество просмотров и лайков, также вы можете оставить свое мнение в комментариях под этим видео, если наберет большое количество лайков, я проведу и организую мастер-класс, так как сейчас я присматриваюсь и ищу на просторах интернета те модели, которые мы будем с вами вязать весной на летний период. Эта модель мне очень нравится, так как у меня очень много остатков пряжи, которые накопились в результате вязания. Здесь это идеальный вариант для того, чтобы их эти остатки пряжи израсходовать может быть, вам эта модель тоже понравится, и вы захотите ее связать вместе со мной на моем канале «Мир рукоделия и творчество Вязание и пряжа». Схема очень простая, вяжется модель очень легко, просто, и ее сможет связать любая начинающая рукодельница. Данную кофточку, узор, данным узором можно связать не только кофточку, но также платье, топ, тунику как для девочки, молодой девушки, женщины. В общем, это уникальная модель для любого возраста, я так считаю. Она подойдет всем, независимо от возрастной категории. Приступаем с вами к вязанию. Набираем цепочку. Это будет у нас нулевой начальный ряд. Я набираю цепочку из 24 воздушных петелек. образом 1 2 3 4 5 6 7 8 приступаем к вязанию начального ряда я набираю цепочку из 30 воздушных петелек раппорт состоит из 4 петелек: 1 2 3 4 набираю цепочку 30 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 7 8 читаю схему первого ряда схема читается справа налево 4 воздушных петельки подъема и в пятую петельку цепочки провязываем первый столбик с одним накидом. С учетом 4 петелек подъема, здесь на схеме указано, и засчитываем мы как за два столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки, 3 петельки цепочки пропускаем и в четвертую вяжем первый столбик с одним накидом. В пятую петельку цепочки привязываем второй столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки, 3 петельки цепочки пропускаем и в четвертую вяжем один столбик с одним накидом. В пятую петельку вяжем второй столбик с одним накидом. Я буду показывать мастер-класс, как вяжется каждый ряд узора для начинающих рукодельниц. Все подробно и детально буду рассказывать и показывать. Если вы уже умеете вязать крючком, то вам для вас достаточно схемы. Где распечатать схему, я вам уже сказала в начале видео. Проходите по ссылочкам, распечатывайте и вяжите с удовольствием легких вам петелек. А мастер-классы я готовлю для начинающих рукодельниц. Показываю, как вяжется каждый ряд узора. Приступаю к вязанию. Отсчитываю раз, два. 3 4 воздушных петельки цепочки и в пятую петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки отступаю 1 2 3 воздушных петельки и в четвертую петельку цепочки провязываю первый столбик с одним накидом в пятую петельку цепочки провязываю второй столбик с одним накидом. Три воздушных петельки пропускаю, раз, два, три петельки цепочки. И в четвертую петельку провязываю один столбик с одним накидом. Во вторую петельку цепочки провязываю второй столбик с одним накидом 3 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 петельки цепочки и в четвертую провязываю петельку первый столбик с одним накидом в пятую петельку цепочки провязываю второй столбик с одним накидом 3 воздушных петельки пропускаю 3 петельки цепочки 1 2 3 в четвертую провязала один столбик с одним накидом в пятую петельку цепочки провязываю второй столбик с одним накидом раз два три три воздушных петельки пропускаю раз два три петельки цепочки и в четвертую провязываю один столбик с одним накидом в пятую петельку провязываю второй столбик с одним накидом связали до конца первый ряд раппорт у нас по схеме обозначен скобками фигурными это 4 воздушных петельки считаем количество рапортов 1 два три четыре и по бокам 5-6 то есть получается у нас 6 рапортов ну данный узор можно вязать и по кругу и прямыми обратными рядами и, и, и идеальный узор также он будет прекрасно смотреться и на лицевой и на изнаночной стороне я вам покажу, каким образом в конце видео выглядит образец узора. Приступаем к вязанию второго ряда. Читаем схему. Схема читается слева направо. Три петельки подъема. В арочку цепочки из трех воздушных петелек провязываем веерочек, состоящий из пяти столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять. В следующую арочку цепочки вяжем второй веерочек из 5 столбиков с одним накидом. И заканчиваем вязать второй ряд. В четвертую петельку подъема провязываем один столбик с одним накидом. Приступаем к вязанию второго ряда. Начинаем вязать с трех петелек подъема. Раз, два, три разворачиваю вязание на другую сторону и вяжем веерочек в арочку цепочки из трех воздушных петелек. Веерочек состоит из пяти столбиков с одним накидом. Раз, столбик с одним накидом, два, столбик с одним накидом, три, третий столбик с одним накидом, четвертый столбик с одним накидом, пятый столбик с одним накидом. Все, провязали веерочек, таким образом он выглядит. В следующую арочку цепочки провязываем второй веерочек. Он тоже состоит из пяти столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре. Пять второй веерочек. И в следующую арочку цепочки провязываем третий веерочек. Раз, два, три, четыре, пять. Веерочек состоит из пяти столбиков с одним накидом. В четвертую арочку цепочки провязываем четвертый по счету веерочек, состоящий из пяти столбиков с одним накидом. Так, три, четыре, пять. Провязал пять столбиков с одним накидом. И остался у нас пятый веерочек связать. Вяжем в пятую арочку цепочки из трех воздушных петелек пять столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять теперь заканчиваем ряд мы в четвертую петельку подъема здесь надеюсь видно провязываем один столбик с одним накидом все закончили вязать второй ряд посмотрите как легко и просто и быстро самое главное быстро вяжется узор он очень красивый и подойдет для многих вещей. Читаем схему третьего ряда. Третий ряд – это повторение первого ряда. Схема читается справа налево. Три петельки подъема. И если читать по схеме, то первый столбик с одним накидом вяжется в первый столбик веерочка. Далее вяжем три петельки подъема. И в вершину пятого столбика веерочка провязываем один столбик с одним накидом. Вершину второго веерочка первого столбика провязываем второй столбик с одним накидом. Три воздушных петельки и первый столбик с одним накидом провязываем в вершину пятого столбика с одним накидом. Далее в третью петельку подъема провязываем второй столбик с одним накидом. Это вот если читать по схеме. Сейчас мы с вами свяжем третий ряд вместе. Три петельки подъема. Раз, два, три. Разворачиваю вязание на другую сторону. И вершину первого столбика с одним накидом, веерочком. Вот он веерочек. В эту вершину провязываем один столбик с одним накидом. С учетом трех, 3, 3 петелек подъема Три петельки подъема засчитываются как за столбик с одним накидом. Далее мы вершину пятого столбика с одним накидом веерочка провязываем один. Так, здесь вот здесь я забыла связать три воздушных петельки. В вершину пятого столбика с одним накидом веерочка провязала один столбик с одним накидом. В вершину первого столбика с одним накидом второго веерочка провязываем второй столбик с одним накидом 3 воздушных петельки вершину 5 столбика с одним накидом второго веерочка провязала 1 столбик с одним накидом вершину первого столбика с одним накидом 3 веерочка провязала второй столбик с одним накидом три воздушных петельки. Вершину пятого столбика с одним накидом провязала один столбик с одним накидом. Вершину первого столбика с одним накидом четвертого веерочка провязала второй столбик с одним накидом. Три воздушных петельки. Вершину пятого столбика с одним накидом провязала один столбик с одним накидом. И вершину первого столбика пятого веерочка провязываю второй столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки и заканчиваем вязание. В третью петельку подъема привязала один столбик с одним накидом. Все, довязали до конца третий ряд. Давайте еще вместе свяжем с вами четвертый ряд, и далее я уже продолжу вязание за кадром и покажу вам, как выглядит основной узор кофточки, и далее я вам буду показывать, каким образом вяжется вторая часть узора, это кокетка кофточки. Значит, вяжем с вами четвертый ряд вместе, читаем схему. 3 петельки подъема схемы читать слева направо далее вяжем веерочек в арочку цепочки из трех петелек веерочек состоит из 5 столбиков с одним накидом в следующую арочку цепочки вяжем второй веерочек из 5 столбиков с одним накидом и так далее продолжаем вязать образец узора четвертый ряд по схеме 3 петельки подъема разворачиваю вязание на другую сторону и в арочку цепочки из трех воздушных петелек провязываю веерочек состоящий из 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 в следующую арочку цепочки провязываем Вторую ракушечку, состоящую из пяти столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Таким образом выглядит вязание. В третью арочку цепочки провязываем третью ракушечку по счету, состоящую из пяти столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре. 5 провязали третью ракушку четвертую ракушечку вяжем четвертую арочку цепочки из трех воздушных петелек верочек состоит из 5 столбиков с одним накидом так провязала ракушечку следующую ракушечку верочек провязываем то у нас по счету получается 1, 2, 3, 4, 5 в пятую арочку цепочки. Из трех воздушных петелек я вяжу 5 столбиков с одним накидом. Все, довязали. Заканчиваем ряд одним столбиком с одним накидом. Его провязываем в третью петельку подъема. Все. Далее я вяжу пятый ряд либо как первый, либо как третий. То есть первый, третий, пятый, они, повторя... они повторяются и второй и четвертый. То есть узор состоит из двух рядов. Из первого и второго, которые потом чередуются между собой. Я продолжу вязание за кадром. И покажу вам, что у меня получилось. Связала я образец узора. Вот таким образом выглядит изнаночная сторона и лицевая. Всего я связала по схеме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. Закончила вязать ряд, как на схеме здесь показано: первый ряд, третий, либо пятый. Давайте я покажу сразу же размеры образца. Ширина 7 сантиметров. Мы набирали 30 петелек воздушных с учетом 4 петелек подъема. То есть это получается 26 петель. И высота 6 сантиметров. Смотрите, он как очень красиво выглядит. И легко, просто и быстро вяжется. Чем тоньше пряжа, тем ажурный узор у вас получится. Теперь приступаем к вязанию второго узора. Будем вязать вот по этой схеме. Схема номер один. Узор состоит опять же из двух рядов. Это перекрещенные столбики между собой с одним накидом и второй ряд это столбики без накида узор очень тоже легко просто и быстро вяжется давайте с вами свяжем я цвет пряжи пока не буду менять продолжаем вязать но уже узор по схеме номер один раз два три четыре петельки подъема этим узором вяжется кокетка кофточки. связал 4 петельки подъема, развернула вязание на другую сторону. И здесь вот у нас, где связано 3 воздушных петельки, я во вторую петельку, можно в третью петельку, я буду вязать во вторую петельку цепочки, провязываю 1 столбик с одним накидом. Делаю на крючок накид, и второй столбик с одним накидом перекрещенный я вяжу в первую петельку цепочки. Таким образом, связалось у нас два столбика с одним накидом перекрещенных между собой. Продолжаем вязать. Вершину второго столбика с одним накидом я провязываю один столбик с одним накидом. Делаю накид на крючок. И второй столбик с одним накидом я провязываю в вершину первого столбика с одним накидом. Все, провязали. Далее. во вторую петельку цепочки а у нас здесь связано 3 петельки я провязываю во вторую петельку цепочки один столбик с одним накидом провязала накид и в первую петельку цепочки я провязываю второй столбик с одним накидом связали два перекрещенных столбика вершину второго столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом вершину первого столбика с одним накидом привязываю один столбик с одним накидом связала перекре 2 перекрещенных столбика с одним накидом во вторую петельку цепочки провязываю один столбик с одним накидом Второй столбик с одним накидом провязываю в первую петельку цепочки. Вершину второго столбика с одним накидом провязала один столбик с одним накидом. Вершину первого столбика с одним накидом провязала второй столбик с одним накидом. У нас получилось два перекрещенных столбика с одним накидом. Во вторую петельку цепочки провязала один столбик с одним накидом. В первую петельку цепочки провязала второй столбик с одним накидом. И далее вяжем перекрещенные столбики с одним накидом. Продолжаю вязать до конца ряда. И заканчиваем ряд. В третью петельку подъема провязываю один столбик с одним накидом. Здесь немножко у вас узор уйдет на сужение. То есть он будет меньше, чем основная часть узора. Это так и должно быть. То есть здесь уменьшаем кокеточку. Читаем схему второго ряда. Второй ряд вяжется столбиками без накида. Я провязываю одну воздушную петельку подъема, разворачиваю вязание и в вершину столбика с одним накидом провязываю столбик без накида. Далее я в каждую вершину столбика с одним накидом провязываю по одному столбику без накида. И вяжем таким образом до конца второго ряда. То есть в каждый столбик с одним накидом по одному столбику без накида. Полоски по цвету вы можете делать либо узкими, состоящими из двух рядов узора, либо широкими, состоящими из четырех рядов узора, либо из шести, как вам захочется, и смотря с как, какого количества цветов пряжи у вас есть. Можете связать однотонный вариант кофточки либо топа. Все довязали до конца. Второй ряд. Я присоединяю нить другого цвета. Давайте начнем с голубого цвета. Давайте покажу, каким образом я присоединяю нить. В эту вот перегородочку последнюю крайнюю ввожу крючок от себя захватываю рабочую нить, вытягиваю конец нити, завязываю узелочек, завязала, закрепила. Далее вот эту петельку я захватываю опять же рабочую нить, протягиваю, все. Нить мы закрепили. Также вы можете еще раз закрепить для надежности завязать вот здесь узелок еще раз узелочек но я не буду таким делать потому что я буду потом образец распущу все и продолжаем вязать уже третий ряд третий ряд узора вяжется как первый ряд Давайте я его свяжу с вами. Далее я буду уже вязать узор за кадром, делать смену цвета и покажу вам результат, каким образом будет смотреться узор в вязаном полотне. Набираем 4 петельки подъема. Раз, два, три, четыре. Разворачиваю вязание. Здесь Пропускаю получается две петельки и провязываю один столбик с одним накидом. Во вторую петельку от начала вязания, от начала ряда провязываю второй столбик с одним накидом. Связали два столбика с одним накидом перекрещены здесь вот у нас далее идет два столбика перекрещенных первый столбик с одним накидом я провязываю вершину столбика без накида который был связан в вершину второго столбика перекрещенного с одним накидом Приблиз Приближаю, Далее, значит, один накид и возвращаемся в начало, то есть перед столбиком и вершину столбика без накида провязываю второй столбик с одним накидом. Связали второй столбик с одним накидом и у нас получилось два перекрещенных столбика с одним накидом. Пропускаю один столбик без накида и в вершину второго столбика без накида провязала один столбик с одним накидом. Один накид и вершину первого столбика без накида, это перед столбиком с одним накидом, провязываю второй столбик с одним накидом. Пропускаю один столбик без накида и вершину второго столбика без накида провязала один столбик с одним накидом накид на крючок в первый столбик без накида перед столбиком с одним накидом вот в эту вершину провязываю второй столбик с одним накидом пропускаю один столбик без накида в вершину второго столбика без накида провязала один столбик с накидом далее Перед столбиком либо в первый столбик без накида провязала второй столбик с одним накидом. Пропускаю один столбик без накида и вершину второго столбика без накида провязала один столбик с одним накидом. Вершину первого столбика без накида перед столбиком с одним накидом провязала второй скрещенный столбик с одним накидом. Вот таким образом выглядит. Третий ряд. Продолжаю вязать. Пропускаю один столбик без накида. Во второй столбик провязала один столбик с одним накидом. И перед столбиком вершину первого столбика без накида провязала второй столбик с одним накидом. Пропускаю один столбик без накида. Провязываю один столбик без накида. И перед столбиком вяжу второй столбик с одним накидом. И продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. Мы провязываем в последний, в крайний столбик без накида один столбик с одним накидом. Далее вяжем уже, получается у нас по счету. Четвертый ряд второго узора, который мы вяжем по схеме номер один. Я делаю, провязываю одну воздушную петельку подъема, разворачиваю вязание на другую сторону и вершину столбика с одним накидом провязала один столбик без накида. Далее в каждую вершину столбика с одним накидом Провязываю по одному столбику без накида. Вяжем четвертый ряд по схеме номер один. В каждую вершину столбика провязываю по одному столбику без накида. довязали ряд сейчас я хочу сделать смену цвета здесь у нас будет опять же цвет белый молочный я буду вязать из этого же моточка пряжи не буду делать обрыв нити вот таким образом я перехожу Немножко затягиваю, можно завязать опять же узелочек, но я не буду завязывать. Просто перейду на вязание уже следующего ряда. Вяжем пятый ряд, пятый ряд вяжется как первый, либо третий по схеме. Набираем раз, два, три, четыре петельки подъема, разворачиваю вязание и продолжаем вязать уже по схеме. Вы можете перемотать видео на начало вязания узора, вяжите по схеме и по моему видео уроку. Я свяжу за кадром и покажу вам, что у меня получилось. Связала я образец. Как вы видите, он немножко Сужен, сузился и давайте посмотрим замеры так здесь у нас было 7 сантиметров узор который мы вязали по схеме номер два это тело кофточки основной основная часть узора второй узор мы вязали по схеме номер один ширина 6 сантиметров то есть идет сужение узора на 1 сантиметр обращаю ваше внимание на это здесь я связала по схеме номер один узор сделала смену цвета три раза получается белый молочный голубой и розовый нежно-розовый цвет Здесь можно вязать также пряжи однотонного цвета, либо вязать цветной пряжей, сочетать между цветами между собой по вашему желанию и по наличию пряжи. Широ... Полоски можно делать широкими по 4 ряда одного цвета и узкими, как вот представлен образец на моем варианте я связала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 рядов узора номер 2. Если вам не нравится, как сужается узор, а это также связано модель кофточки, вы можете начинать вязать не с первого ряда, а со второго. Здесь связать столбики без накида и при этом увеличить количество столбиков и тогда у вас полотно которое вы свяжете по схеме номер один не будет вот таким образом уменьшаться в размере и край будет ровный и ширина полотна будет одинаковая чтобы узор, связанный по схеме 1 и 2. Обращаю ваше внимание на то, что таким образом вот здесь вот узор немножко тянет. Смотрите, как, какое красивое сочетание узоров между собой. И можно при, прекрасный вариант и выход, куда использовать остатки пряжи, которые у вас остаются в результате рукоделия. Я надеюсь, мастер-класс вам понравился, был понятен и доступен для, для начинающих рукодельниц. Подписывайтесь на мой новый канал на яндекс Яндекс.Дзен. Все ссылочки я оставляю, как всегда, в описании под видео в инфобоксе. И также не забывайте подписаться на канал Мир рукоделия творчества вязания пряжи на Ютубе. На основном канале на Ютубе я стараюсь ежедневно, либо через день публиковать полезную, интересную информацию, мастер-классы, обзоры пряжи. Надеюсь. Вы для себя найдете интересную, интересные материалы и присоединитесь к вязанию. Будем вязать вместе. Поддержите меня. Я очень рада, когда у меня появляются новые подписчики. Рада каждому подписчику, и вы смотрите мои ви видео. Тем самым я понимаю, что мой канал вам интересен. И у меня будет стремление и вдохновень... вдохновение для работать для вас дальше, вести канал и продолжать его развивать. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моих новых мастер-классах.